Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Надя. И сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка, обзор тестирования. Ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале еще не подписался, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Впереди вас ждет много чего интересного. Сегодня получила эту посылочку и сейчас будем с вами смотреть, что тут мне пришло. Это мне, девчонки, пришли товары с магазина Бор Крити. Я вам оставлю как в официальном магазине ссылки на товары, так и на AliExpress. А также я вам оставлю промокод на скидку 10%. Так что смотрите в описании под видео. Доставка больше месяца. В этот раз немножко дольше товары ко мне шли. Тут пришли ихние новиночки. Вот такую штучку еще упаковано. Так, сейчас с вами будем смотреть. Да, тут мне положил продавец магнит. Дальше у нас тут новиночки гель-лаки. Бор Крити — хорошая, качественная фирма. Беру не впервые. Нравятся они мне. Также нравятся их пластинки для стемпинга. Много интересных товаров в магазине. Так что смотрите. Ссылки на магазин будут в описании под видео. Итак, тут у меня разные серии гель-лаков пришли. Еще одна. Итак, получается, эти три гель-лака с одной серии, эти с другой серии. Так, и магнит. Магнит этот хороший. У меня уже такой есть. Так, чтобы найти в официальном сайте, надо ввести вот этот код 42347. И тогда вы найдете там магнит. Гель-лаки. Номер 52004. Тут я себе заказала три цвета, 2, 3, 4. И давайте будем с вами смотреть, какие это цвета. Какие это новиночки. Все хорошо упаковано вот в таких пакетах. Сейчас мы с вами по-быстрому откроем. Так, также номер цвета и номер товара указаны на флакончиках. Это идет новинка кошка. Очень красивые оттенки там есть. Там, мне кажется, что 6 разных оттенков. Давайте сразу с вами будем смотреть и выкрашивать на типсы. Так, я взяла, подготовила свои типсы. Так, магнит Бор Крити. И давайте будем сразу выкрашивать. Так, поочередно цвет 002. Начнем с цвета 002. Так, тут все упаковано под пленочкой. Вот так все упаковано под пленочкой. Эти также упакованы. Сейчас за кадром сниму и к вам вернусь. Так, я уже открыла. И давайте с вами будем выкраску делать. Цвет под номером 2. Так, фото от продавца я вам, конечно, ставлю. Вот такая консистенция. Вообще шикарный гель-лак. Наполнение где-то по плечике. Вот так. Не жидкий. Отлично держится на кисточке. Вот, посмотрите, какая это красота, девчонки. Вообще офигеть. Плотный. Как блестяшки можно использовать. Как светоотражающий гель-лак. Без кошки, ну, конечно, это супер эффект для любителей кошек. Это эффект 2 в 1. Да, немножко тут надо еще докрасить. Он такой густой, не жидкий. Из-за блестяшек цвет под номером 2. Это идет у нас серебро. Емкость, мне кажется, что 6 миллилитров.
Давайте будем с вами делать блик. Вот как быстро все реагирует. Конечно, красавчик. Но тут сразу надо идти под лампу, чтобы блик не убежал. Так, сейчас сразу на просушку в лампу. Посмотрите, какой красавчик. Я уже просушила. Эффект кошки хорошо видно, но на камеру больше светоотражающий гель-лак видно. Дальше цвет под номером 3. Это у нас уже золото идет. Хорошая кисточка, легко наносить, удобно. Наполнение такое же. Цвет под номером 3 и делаем блик. И сразу на просушку, чтобы блик не убежал. Вот так они после просушки. Сумасшедший. Яркий блик, блестки сумасшедшие. Дальше смотрим цвет под номером 4. Это уже розовая. Розовая кошечка. Там еще на сайте есть просто светоотражающие гель-лаки. Ну, конечно, это два в одном. Можно сделать как светоотражающие, как кошку. Быстро реагирует на магнит, на просушку. Сейчас вам плохо видно блик кошки, так как больше светоотражающий гель-лак видно на камеру, но я вам позднее без освещения покажу, как это, этот блик красиво смотрится. Цвет под номером 2. Это уже другая серия. Также кошка вот такая перламутровая. Голубым отливом. Такой голубой интересный отлив. Как гель-лак можно сделать. И сейчас сделаем блик. Вот на этой кошке совсем другое дело. Сразу видно, какой эффект. Еще вот так сделаем. Конечно, магнит хороший. Так. Наполнение где-то так больше половины. И на просушку. И еще один с этой серии 52005, цвет под номером 3. Так, я еще его не открыла. Открываем вместе. Тут пленочка. Надо снять. И сейчас будем с вами выкрашивать еще этот цвет. Цвет под номером 3. Вот этот голубой цвет под номером 2. А этот идет такой, как бы серебро. Под номером 3. Розовые. Розовое и серебро. Красавчик просто. И на просушку. И еще осталось нам с вами перекрыть это все топом. Так. Топ у меня вот такой от Major Digit, 12 миллилитров. Он идет без липкого слоя. И давайте с вами перекроем еще топом. Слишком много набрала. Гель-лаков запаха практически нету.
так как я сейчас ощутила топ. В гель-лаках практически запаха нету. Это, конечно, плюс. Так. Вот такой топ заказывала на AliExpress. И на просушку все вместе. Все, я уже просушила эти красавчики. Вот так, с фотоспышкой, с освещением. И сейчас мы с вами посмотрим, как без, чтобы лучше был эффект кошки. Еще раз повторюсь, там есть разные цвета вот этих светоотражающих. Тут у меня только на обзоре 3, там еще есть 3 другие цвета. Ну и этих также есть другие интересные цвета. Вот, а так уже без освещения. На черной подложке вот такой эффект. Вот этот серебро и золото вообще супер. Конечно, можно сделать любой другой блик, который вам нравится. Вот так поближе. Такая сумасшедшая красота. Пишите мне в комментариях, который больше вам гель-лак понравился. Вот этот светоотражающий кошка или вот эта такая кошка, такая жемчужная кошка, я бы ее так назвала. Вот такая у нас сегодня была распаковочка. Ссылочки на все товары, как всегда, будут в описании под видео. Пишите мне свои комментарии. Мне всегда важна ваша обратная связь. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока.